Всем привет! В общем, видео будет о том, как сделать ламинат на стену. Ну, вернее, не о том, как сделать ламинат на стену. Таких видео много. В общем, это самый дешевый ламинат. 260 рублей за квадратный метр. Самый дешевый, который у нас в городе, в набережной Челны есть. В набережных Челнах, в Леруа Мерлен. Значит, он идет 6 миллиметров толщиной, и мы решили здесь его сделать. Тут, значит, обои, и здесь вот фартук такой из ламината по полу пойдет. И вот здесь тоже будет. В общем, суть в чем? Суть в том, как я заколебался его делать. Делаю первый раз. Именно такой, без пластикового замка. Вот. И, в общем, в чем особенность? Если на пол, когда кладешь, каждый ряд нужно сначала друг с другом соединить ламинатины, которые в ряду, а потом весь этот ряд прищелкнуть. И лучше это делать вдвоем, если используется ламинат без пластикового замка. То здесь на стене целый ряд, вот здесь у меня еще это кое-как получалось, а вот здесь на пролете примерно в 5 метров, 3,5, ну да, где-то 4,85 метров, это сделать невозможно. И, в общем, я вот здесь попортил две. Вот это попорчено, край, а вот это еще нормальное просто. Пока я разбирался, герметик стал уже подсыхать, и я не стал его клеить. В общем, как вышел я из этого положения? Поскольку на стене нагрузка на ламинат не, он находится на стене без нагрузки, поэтому вот этот замок надо срезать с левой и с правой стороны. То есть здесь срезается вот этот бугорок, и с этой стороны тоже срезается вот этот бугорок. Так, фокусируйся. Вот этот бугорок. Но при этом вот эту часть надо оставить, вот эту выпирающую, потому что она цепляется, чтобы ламинат в плоскости находился. Здесь в одном месте я ее срезал, вот здесь получилась небольшая ступенька, потому что она как бы друг за друга цепляется. Тут я ее срезал, она начала выходить. Я ее второй ламинатиной, которая сверху. То есть здесь нормально, здесь он поджал, но все равно чуть-чуть получилось. Но это будет за шторой, а нет, это вообще будет за батареей. Поэтому не так критично. Вот. Ну а в общем, здесь стены не выровнены, как видно. Это вот старая краска. Просто вот он вот так вот клеится. В углах. И вот здесь на внешнем углу будут молдинги. Вот. И на этом все. Такие особенности работы с дешевым ламинатом без пластиковых замков. А так лучше, конечно, брать сюда ламинат с пластиковым замком. С ним удобнее. Можно по одной ламинате не класть. Они защелкиваются. Удобно, ничего срезать не надо. Цена у него, конечно, хорошая, но с дешевой продукцией и работать не так приятно, как с дорогой. Вот. На этом все. Всем пока.